Всем привет, друзья! С вами снова Викс. Продолжаю играть в Артелис. Сегодня какая миссия будет? Вот какая тут есть миссия. Два лагеря каких-то есть. Бедный лагерь. И загнать стаю Артеса. Вот. И, собственно, я думаю сюда наведаться. Сначала вот этот бедный лагерь какой-то. Пообщаться с кем-нибудь. И что-нибудь тут обнести. О, вот как, например, травка. Овец нельзя, да? А в этих порыться. Ну, больше нигде ничего нельзя. Тут можно что-то скоммуниздить, ну, такое. Так, можете тут купить какую-то кашу? Давайте покупаем. Так, ладно, мужик, кончай базарить. Гибель ждет каждого, кто оседлает черного скакуна. Что за черный скакун? Зверь несет его в ночь, и больше ничего, никто его не увидит. Я уже молчу о шатающих... Тут на... А, шатающих... Тут, наверное, понятно, в общем. С тобой все понятно. Ты, наверное, задание даешь. Как он был там. Жить ни в коем случае не подходить. И что за черный скакун? Не понял. Черный скакун. Ага. Так, и чё? Давайте посмотрим. Графство Артес, значит, получается, у нас тут черный скакун. Рыбный промысел, в котором обосновался черный скакун. Так, а задание ничего не дали. Хижине. Странно. Ну пойдемте-ка посмотрим про черного скакуна. Где-то рыбный промысел. Хижина какая-то. Что-то непонятно. Так, а тут что, бандосы? О, можно рубить дровишек, покачать чувака. Ну, собственно, почему бы и нет. Дрова всегда в цене. Их надо много. Так, а тебе что, можно купить? Щит мне нужен? Интересно, щит мне не будет продавать. Остальное мне не нужно. Так, ладно, отправляюсь искать... А, не отправляюсь. Черного скакуна, хотел сказать, отправляюсь искать, но пока. Так, что у тебя тут, мужик? Трупец еще чистишь, но у тебя тоже есть тут что почистить, поэтому мы вот этих сейчас, наверное... Захаваем. Так, и еще бы что-нибудь такое. А, ученый, что-то тут. И следующий. Ну ладно. Так, это, кстати, это. Ну, давайте вот эту вот штуку. Пофиг. Не принципиально сейчас. А вот трупаки принципиально сожрать. Ну и этим закусите. Два оставлю, может пригодится. А, ну и надо рецепты учить. Че? Сколько всего сразу давали? Так, ты рецепт, окей. Каша. Молоко, зерно и мед. Блин, ну меда не так, чтобы прям много было. Так, о, а вот к этим надо зайти. Лагерь следопытов. Вот его я и искал, кстати. Но опять-таки не то, что прям сильно искал. Так, нет. If you're still determined to partake in the hunt, I can give you this map. Хотите участвовать в гоне? А, нет, пока не надо. Гон мне не нужен. Так, рецептики нужно купить. Так, это что у нас? Жратва, укрепленный слой... А, укрепленный слой воителя. Так, а сколько стоит 135? У меня сколько клыков? 500. Ну давайте укрепленный слой воителя сначала куплю. Укрепленный слой барда. Ну и все, на остаток. Нормально, хватило на все. Остальное мне в принципе ничего не надо. Если бы я не купил, я бы тогда украл. Любому. Так, масло какое-то. Я, кстати, маслом вообще не пользуюсь на самом-то деле. Во, укрепленный слой воителя. Что? Критический удар. А, это барда. Критический удар 3%. Надо, кстати, барда сделать себе. Воителя. Сила 2. Вон, то есть слой лося по прикольнее будет. Это даже не такое. Так, ну и все.
Все, у этих я точно все скупил. Так, мне теперь нужно найти какого-то... Простая Аркаса. Это пока не надо. Око за око, зуб за зуб. Мне нужен где черный скакун. Найдите рыбный промысел, в котором обосновался черный скакун. Рыбный промысел. А, это вот он, наверное. Вот сюда, наверное, надо топать. А ну пойдем. Че, собственно. Накатан. Че, какие-то подводки в этой игре непонятно. Че это какие-то. И вроде ничего не грузит, а лагает. Ферма мой. А если зайти на ферму? Что-то погодка началась какая-то лютая. Так. Коноплюхи нету и ничего нету, да? Так, ладно, иду до рыбного промысла, черного скакуна какого-то сейчас буду гоп стопать. Так, нужно, кстати, уже убрать метку. Кстати, а больше нету рыбных промыслов никаких тут? Да, где нет. Это единственный, ну, цветочки возьму. Так, рыбачить можно. Ну и где черный скакун? Какой черный скакун? Корыто пусто, просит пшеница, блин. Вот вы мне подосрали, конечно. Давайте, ладно, порыбачу, так уж и быть. Что, я пришел. А пшеницу надо где-то купить. Ну, я не знал, что нужно будет. Опыт, опыт идет. Опыт идет, опыт. Еще окунька. Нормально. Так, ну ладно, погнал тогда за пшеницей. Вариантов немного. К сожалению. Ну и тут недалеко, кстати. Тут еще какие-то бандосы ходят. С ними я не очень хочу сражаться. Если честно. Так-то, конечно, можно. А, ну ладно, раз пошла такая пьянка. Нате, ублюдки, что тут тусуетесь? Страх совсем потеряли. Сейчас я их быстренько спотушу. За кадром, наверное, это сделаем. Потому что... Так, ну тут надо ставить. Потому что, честно, не мелочиться они все лохи. Ну вот и все. Всех чуваков я победил. Просто как их и близко не приходило. Ну, сами напали. Я как бы вообще мирный человек. Мимо проходил. Решили напасть. Так, тут какая-то мельница. Что за мельница? Тоже какое-то задание, наверное. Да, непонятно задание. Но это потом. Сейчас я не буду, наверное, этим заниматься. Надо это с конем разобраться. То есть надо сейчас что, муки взять? Хотя на мельнице, наверное, была бы мука. Ну, теперь уж... А что тут стоит? А, я ничего не поставил. Там еще какое-то логово крыс. Зачистить бы. По заданию. Так, все, в корте. Сразу, раз я тут, сразу скидывать в сундук все лишнее, что мне не нужно. Тут будет копиться. А мне-то это не надо все. Так, соль. О, зубы, кстати. Кстати, поимел. Так, весь хлам, я думаю, сюда, чуть ниже скидывать. А потом уже разбираться, что нужно, что не нужно. Потому что ну, многого чего не нужно. Так, и нужно взять муки. Муки. И сразу назад бежать. Или зерна? А, зерна. Пшеница вообще. Так, десяточку сейчас возьму, чтобы не париться. Так, и что у меня тут качнулось? А, тут этих пободал. Изучил, изучается потихоньку. Отлично, все. Чтобы сильно мне это не затормаживать, сразу назад бегу на эту фигню. И сейчас подкармлю конника какого-то. Видишь, видно, что там по раскладам. На клиник можно зайти. По полям синий трактор едет к нам.
чтобы видео не затягивать. А то сейчас пока с теми повоюешь. Это такое. Дело интересное, конечно, но не очень. Так. Бросить пшеницу. Лодка несколько. Что? О! Конь появился. Поговорить. Этот пони, похоже, сбежал с поля боя. Кажется, он хочет следовать за вами. Изучить. Что за конь? Одиночка. Урон повышается на 10%. Это нет. Соня. У пленных поблизости не снижается шанс... А, не снижается шанс сбежать. Он... питание 6. Изоподъемность 57. Не знаю, сомнительный конь. Ну, чё, а что делать-то? Давайте завербуем. Относительно халявный конь. Так, что тебе? Нет, ты не боевой будешь. Не боевой конь. Нахрен не уперлись. Телосложение. Грузоподъемность тебе надо качать. Так, карьерные планы. Сразу грузоподъемность. Сила. Напор. Наносит цели 6-8 урона. Нет. Движение. Позволяет бойцу передвигаться в бою. Нет. Давайте чуть-чуть телосложение. Увеличим тебе. Все. Ну, собственно, завербовал коня. Пустое корыто. О, нифига себе, еще и задание выполнил. Так, а это получается у нас что тут? Черный скакун. А, ну и черный скакун выполнил. Пойдемте, я, наверное, подойду сейчас к этой тетке, узнаю, что она скажет насчет черного скакуна. Просто интересно. Вот какие-то пацаны воют. О, можно, кстати, заодно тут гоп-стопнуть. Найти животинок. Я не вот они где-то тусуются. Ну, это я тоже, наверное, за кадром. Зубы. Зубы все-таки нужны. Они интересные, дают, конечно, бонусы. И там, насколько я видел, еще куча чего не открыто. Открывать надо будет. Так, ну опять за кадром я всех поборол. У меня еще девчонка качнулась. Так, а что тебе движ... А, ну это просто... Он только и так хорошо ходит. Критует он неплохо. А те силы бы, конечно, ей можно было бы качнуть. Так, плюс у нее новый скилл открылся. А, и она 8 уровень получила. Надо, кстати, ее одевать бронь ей. Ну вот так. Всем врагам в области подчиняется слепота. Удваивает число зарядов эффекта яд для всех бойцов в области. Это... Повышается на 20% при атаке в спину. Слепота. Мне нужна эта слепота. Вот урон повышаем. Давайте урон. Хотя тут... За число зарядов эффекта яд. Не, давайте, в общем, слепота тоже может пригодиться. Все-таки активный скилл. Так. Что-то какая-то погода, дождь. Кстати, у меня на улице тоже дождь идет. И там дождь, и тут дождь. Блин, это тут разрастается, это и на тень опять. Ну, на поле где-нибудь тут тусану. И они жрать хотят. Я бы сейчас еще, конечно, пободался. Ну, что делать? Так, давай ты шкурки, естественно, само собой. Так, есть капустка сегодня у вас будет. На завтра. Опасность 80%. Да, вообще насрать. Так, из мяса. Волчатинку я не буду. Вот это, наверное. Бухлишко вам прибухнуть, друзья. Так, 28, у меня тебе еще конь новый. Поэтому нужно много теперь еды всякой. Так, ну и отдых. Отдых на восстановление сил. Так, ну и как обычно тут напали. Коника, кстати, надо было в этот, в стойло поставить. Мы это сейчас сделаем. Так, что тут зверье. Неудобно стоит, конечно, вообще просто жесть. Ну что делать, ладно, перестреляю всех. Я думаю, за один присест я смогу же их всех уходокать. Всего 6. Должны все же отъехать быстро. Кстати, сюда копейщик. Где копейщик был мой? Не наблюдаю копейщика. Вот он. Так, опять на паузе, чтобы не терзать ничего. Так, все. И этих тоже поборол.
Чуваки отдохнули, кто-то еще что-то хочет. Так, а сюда надо что-то закинуть. Есть волчатинка. Можно закинуть. Кстати, теперь по весу нормально. И коняшку я хотел сюда поставить, стоило, да? О, все. Так, девка флаг несет. А, тут, кстати, еще можно сок давить. Ну, пока не надо. Кто тут хочет пообщаться? Ты хочешь пообщаться? Что ты хочешь? Так, радоваться кузнец. Усталость плюс 10%. Нет, дайте кузнец тогда. Лучше мега кузнецом. Так, а тут что сделать? Кстати, мне тут можно костер улучшить-то было. Если не улучшил. Сейчас в город пойду и улучшу. Так. Продолжаю путь к этим. К лагерю. Узнать, что там баба скажет насчет коняшки. И, наверное, серия закончится. В принципе, два квеста в один присест выполнил. Это такое себе. Еще останется тут какой-то вот есть лагерь. Оборона места. Там, может, задание будет в городе. Я в город схожу. Так, бедный лагерь. Давай, что ты скажешь, тетка, по поводу коня этого? Ничего не скаку, он был там. Если хочешь жить, ни в коем случае не приходи к берегу. В общем, не знаю, что она на коня гнала. У мужика куплю эти самые. Материал всегда в цене. Кто всегда черный сказал, зверь несет его в ночь и больше никто не видит. Ну, в общем, что-то они на этого коняшку ропчат. Я не знаю, что с конем не так. Конь нормальный. Темнокожий жеребец. Конь как конь. Жрет так же, как и все, по 6. У этого 74 грузоподъемность, но он качанный уже. У этого сколько? Ох, 115. У этого 97. Ну, тот боевой какой-то. Его можно было бы, конечно, на грузоподъемности скачать. Ну, я уже скачал на бой. Так, ладно. Там еще мельница потом будет. Ну, я в город сейчас, в принципе, на сегодня хватит. Задание выполнено. С скакуном, в принципе, ничего такого сложного. Я сейчас в город приду и прокачаю этот самый новый строение в моем лагере. Ну и буду закругляться, в принципе. У меня еще, кстати, 270 клыков. А это хороший знак, можно будет купить что-нибудь в лагере этих самых чуваков. Так, что мне нужно? Давайте смотреть. Итак, для лагеря. А, нужно задание, во-первых, какое-то сдать. Какое я не сдал, я даже не знаю. Что не сдал тебе? Задача обеспечить выполнение всех запросов на услуги, и мы ее обновляем. Что у тебя есть, кстати? Крыс можно, кстати, задание взять и заодно выполнить. Башку кому-то перерезать. Ну, такое. Да, можно, кстати, тут задание взять в следующий раз. Ну, это потом. Так, мне нужен лагерь. Давайте посмотрим, что тут. Итак, значит, нужно, чтобы сделать этот костер угля, дерево, песчаник, металл. Тут что, ткань есть, железная руда, древесина и кожа. Я вас понял. Так, у меня этот самый такой прокачанный торговый пост. Здесь все, я сюда все стаскивал. Хотя я луханулся, надо было в тот центральный, ну ладно. Так, в общем, камней нужно десяточек. Дерево там что-то тоже прилично. Угля, материал есть, кожа. Кожа еще нужна. Всего хватает. Есть даже темная кожа. Так, а что? В принципе, так можно. Все, крафчу новый лекторий. Ну ладно, лучше лекторий. На костер что-то нельзя улучшить. Вот, теперь чувак будет круче. Так, а чё костер-то не могу улучшить? Костер. Не хватает дерева еще. А, песчаник. Дерево, песчаник и руда. Или что там? Сейчас возьму. Все есть. То есть тут не проблема. Так, это, кстати, можно скинуть. Песчаник. Не знаю. Этого и дерево.
Да, дерево уходит вообще просто в лед. Не успеешь оглянуться, оно уже ушло. Поэтому где есть, надо его рубить. О, костер улучшить. О, нифига себе, костер сделался, вы это видите? Жесткий костерчик сделался. Так, лекторий я, в общем, его улучшил чуваку. А это что такое? Шмика. Не было этой штуки. Ну ладно, лекторий зато улучшился, сможет лучше изучать. Кстати, у меня ж тут оно лежит. Да, теперь оно тут лежит. Потом вот эти обломки надо будет изучить все. Так, ну и как бы все. Книжечку еще что-нибудь открыть. Дипломаты тут осталось. И все, да? Тут что можно? Может что-нибудь это еще для лагеря? Носилки можно улучшить. Лектории еще можно качнуть. Вы получаете иногда свой знание на каждом поевале. Изучите недели меньше. Антиквариат на 2 недели меньше. Так, а что упаковки? Набор... Ух, нифига, набор кузнеца Тетиона. Оружие либо броня можно крутую сделать уже. Этим броню лучше. Что ж это за броню-то такое? А, и кстати, надо... У меня же девчонка качнулась, да, 8 уровня? Ты легкие доспехи носишь, да? Да. Значит, тебе одеваем легкий доспех. Благо, доспех у меня есть для тебя. Или нету. Так, средняя броня, легкая броня, да, есть. Давай-ка, одевай-ка. Броня 95. Еще топовая броня. Ну, можно, кстати, улучшить, на самом-то деле. Но пока не буду. Так, а ты что у тебя одета? Вот это тебе давай, вот это одеваем. Тебе вот это. Во. Ну, а это никому. Это отправляется на склад. Пока что. А, вот так. Так, так, так. У меня, кстати, скоро этот получит 8 уровень. И эта баба. В общем, нужно еще будет какую? Среднюю броню. И... тяжелую броню. Да, и в общем этих заплаток с лосем надо сделать, наверное, броня, сила. Давайте, наверное, еще лучшую броньку. Движение мне особо-то и не надо. А вот на силу тут потом +2. Давай вот тебе улучшим. Раз, два, три. Вынимать интересных можно, нельзя? Что-то я вот не видел, что можно было вынимать. Так, у тебя тоже крутая броня. Тебе еще силу качнуть. Так, теперь тебя одел, да? Давайте силу. Конечно, можно было бы на ловкость, но ладно, я силу качну. Будет вообще аннигилировать всех. Так, ну и все. Это можно сложить теперь. Так, ну что, друзья. Всем спасибо, что смотрели. На этом я закругляюсь на сегодня. Как обычно, не забывайте комментировать, ставить лайки, подписаться на наш канал. Ну и между делом, можете, друзья, зайти на наш сайт. Всем удачи, друзья. Всем пока.